Привет! Вот такая вот сцена. Разговариваешь ты с подружкой, и вдруг она говорит что-то такое, что тебя ошарашило несколько, задело, и ты такая оп, и зависла, и уже больше ни о чем другом думать не можешь. А она продолжает говорить, и сейчас уйдет, а ты останешься кормить своих тараканов. Что же делать? Все просто. Наберись мужества и в тот самый момент спроси, подожди, подожди, а что ты имеешь в виду, когда говоришь, что это платье меня худит? Вот пускай теперь она выкручивается.